Ребят, вы видели этот сейв? Подожди, 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 я прям так и оставлю. Подожди, я так и оставлю. Я так и оставлю. Без ошибок. Пожалуйста, не буду, не буду. Сейчас, 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 сейчас. Не понял, подожди, 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 не хочет дотягиваться, не хочет, а мы сейчас подождем, мы сейчас подождем, вот это начало. Оп, тихо, 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 ну все, 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 Саня, расслабься. Расслабься, родной, расслабься. Друзья, знаете, хотелось бы начать эту серию со слов «брат за брата», за слово взято. И это не пацанский какой-то цитатник, не какой-то пацанский паблик, нет, друзья, по-прежнему с вами Александр Булочкин, добро пожаловать на мой канал. Это жизнь, да, друзья, это жизнь, потому что не могу я бросить своего брата-акробата, который в очередной раз устроил себе приключение. Мой родной лысый, ну, не знаю, кто уж у меня, может быть, брат родной или от мамы другой, но что-то нас с ним связывает, друзья, однозначно. А было бы неплохо с первого раза, а было бы неплохо, а никто и не против. Так, друзья, значит, напомню, эта игра A Difficult... Я даже забыл. A Difficult Game About Climbing, где мы чем занимаемся? Правильно, правильно. Лысый мужик захотел где-то полазить. Где-то полазить, вылез из его кувшина, который у него был в Getting Over It, и такой типа, а чё бы мне не забраться повыше? Еще выше. Ему не хватило того приключения. Поэтому, друзья, всем приятного аппетита, кто кушает, всем приятного просмотра. Почитал ваши комментарии, понял, что... Как же я не хочу ошибаться сейчас, я так хочу вернуться к этим трусам, к этим платьям, которые находятся у нас дальше. Друзья, почитал ваши комментарии, многие советовали научиться делать раскачку все-таки в одну руку. Я сейчас пытался это сделать снизу, где бассейны и вот эти вот колонны. Не получилось, не получилось, друзья. Ну, значит, криворукий я. Значит, я криворукий. Возможно, знаете ли, мне не суждено. Подождите, давайте все-таки, я вот забыл, это с двух рук или с одной в итоге допрыгнул? Давай попробуем так, как мы умеем. Умею с двух, значит, буду делать с двух, друзья. Давайте, как бы, ну что, вот мне казалось... Тихо. Так, вот я не помню, смотри, я в прошлый раз лазил, насколько я помню, я лез через правый... Тихо, тихо, очень ужасный звук, когда он ногтями своими... Так, а здесь я доберусь? Доберусь. А есть ли смысл? Так, подожди, а как это... Подожди, 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 не спеши. Трусы уже рядышком. Подожди, или я все-таки все про... Я сначала думал, что он не зацепился. Так, подожди, а здесь ты что предлагаешь? Нет, по таким правилам я точно не играю, подожди. А здесь правой рукой дотянешься? Родной, давай, пожалуйста. Срыв! Подожди, так это я, получается, все правильно сделал тогда? Как мне сейчас спуститься? Пиздец. Я тогда правильно все сделал. Смотри, я по правой стороне тогда прошел. А здесь мне нужно раскачку это делать. Я же упаду. А я не могу теперь. Повезло, пиздец. Я рискнул, потому что у меня не оставалось вариантов, друзья. Так, давайте аккуратненько. Так, как мы проходили, так и пройдем. Так, пожалуйста, цепляйся только за край. Цепляйся за край, за ту грань, за которую ты можешь держаться. Пожалуйста, не... Угу. Подожди, а как я здесь допрыгивал? Стоп, стоп, стоп. Я тут какой-то удачный момент ловил. Так, подожди, наверное, надо вот здесь, вот примерно левой рукой. Я уже все забыл, друзья. Я выдержал некую паузу, конечно же, потому что нервов не хватает. Не попал. Не поп... Перезацепиться надо. Надо перезацепиться, подожди, аккуратно. Ребят, нервничаю на ровном месте, хотя я в шаге от того... Кстати, ребят, спасибо, вы мне написали еще одну подсказку там по поводу того, что... Сейчас, секунду. Фух, блядь, какое точное попадание, это пиздец. Это было реально точное попадание. Так, ребят, тогда как-то я меньше нервничал, я не знаю почему-то. Так, тихо, еще раз, значит, здесь мы здесь правой рукой выше надо, выше. Хорошо. Так, а как дальше-то я двигался? Подожди, подожди, как я дальше двигался? Нужно на край сюда, да? Да, друзья, я не спидранер, не знаю, как это проходит спидранеры. Честно говоря, знать не то, чтобы не хочу. Хочу, но не знаю. И не могу знать. Так, короче, вы мне написали одну подсказку. Я, кстати, тоже с болью пересматривал то, как я... То, как я за эти трусы держался из последних сил. В общем, друзья, если я доберусь до платья, а между прочим, это следующая вещь, которая здесь висит,
Я так понимаю, что раскачка двойная здесь должна решить свою судьбу. То есть я типа должен вот так вот сейчас долететь. Если я сейчас перелечу или не долечу, ребят, это очень плохо закончится. Да, возможно здесь... Бля, как мне сейчас сложно решиться, вы не представляете. Короче, мы пробовали в прошлой серии, друзья. Я, собственно, обломался за счет того, что я пытался дотянуться до платья. Этого не получилось у меня сделать. Соответственно, мы понимаем, что нужно это делать рывком. Вот сейчас все зависит от того, зацеплюсь ли я за платье. Ребят, поставьте, пожалуйста, лайк, кто верит, что у меня получится. Потому что дальше есть один лайфхак, который вы мне написали. Я надеюсь, что это правда. Пробуем. То есть мне, по сути, надо как-то вверх, да? Тихо, тихо, ты куда, блядь? Ты куда? Ты куда руки-то, блядь, отпускаешь? Он сейчас чуть не упал, блядь, на ровном месте. Так, если мы вот так... Ну как? Ну как? Объясни, как? Ну ты же зацепился за край этого платья! Ну ты же зацепился! Ребят, я провел сейчас в начале серии, чтобы вы понимали, что я не начал просто так эту серию. Я пытался вот это вот движение, вот эти вот делать одной рукой. Одной рукой не получается. При этом двумя, смотри, вот я... Сейчас будет очень эпично, если не получится, смотри. Ну, то есть ты понял, да, почему я сейчас сделал это двумя руками? Но, блядь, вот сейчас он полетел криво. Я с этим ничего не смог поделать. Ребят, я надеюсь, вы в меня верите. Я надеюсь, вы в меня верите точно так же, как верили, когда я проходил Getting Over It. В свое время это было опасно. Это было опасно, но ничего. И не через такое проходили. Здесь как будто уже, да, уже легче. Здесь как будто уже легче, потому что... Сложно говорить, извините. Перезвоню позже. Пиздец, с первого раза, прикинь, как дошел сюда, с первого раза прошел. То есть ты помнишь, сколько мы здесь висели раньше? То есть уже какой-то скилл проглядывается в этой игре. Это не может не радовать, дорогие друзья, это не может не радовать. Фух, так, мы вернулись. Осталось сейчас сделать вот этот кульбит, который он нехотя делает в моих руках. Слушайте, ну это прям мне сейчас это добавило плюс мотивацию, потому что я думал, что я сейчас опять кучу времени... Тихо. Куча времени опять потрачу, но смотри, как быстро я сюда вернулся. Конечно, не спидранер. Конечно, наверное, не мировой рекорд. Вот смотри, видишь, опять сейчас с двумя руками. То есть я же сейчас с одного раза получилось у меня здесь. Я очень надеюсь, что это не могло закончиться плохо для него, но шею с ногами надо беречь. Надо беречь, я считаю. Так, ребят... Я хотел уйти сейчас на паузу, но, по-моему, я думаю, что многим интересно, как быстро я опять дойду туда, откуда сейчас только что грохнулся. Я не знаю, мне это платье, это сейчас для меня просто большущий триггер. Тихо-тихо, чё с руками-то, блядь? Куда ты их? Так. Блядь, а можно как-то без аэробики обойтись? Можно без вот этой вот как бы штуки? Вот просто аккуратненько как бы, ну как ты умеешь? Бля, я в шоке от него. Вот, ну, слушай, вот знаешь, говорят же, не умеешь, не делай. Куда полез, если не умеешь карабкаться? Бля, прикинь, реально такой чел, который просто... Это не альпинизм, это, блядь, другое слово сюда напрашивается. Не буду ругаться. Мне интересно, слушай, а можно... Я, конечно, не хочу пробовать, потому что, мне кажется, это довольно опасно. А можно все-таки вот по скользкой поверхности, по которой он скользит, каким-то образом заползти? Или она нужна просто как бы для немножко торможения? То есть, по сути, ты как бы же тормозишь, когда скользишь по ней. То есть, он не может зацепиться, но при этом ты как бы как-никак хотя бы немножко притормаживаешь сам себя. Слушай, как я так удачно тогда прыгнул сразу, а? Можно повторить? А он молодец. А он знает толк, понимаешь? Он знает толк, когда надо, он сделает. Так, все, теперь главное не спешить, потому что я знаю вот эту свою привычку. Я сейчас такой подумаю, что все, зашибись. И в итоге где-нибудь на ровном месте обломаюсь. Так, все, по той же тактике действуем. По той же тактике действуем. Аккуратненько. Левой рукой. Повыше чуть-чуть. Чуть-чуть, хорошо. Правой. Опа! Ровно в цель, понимаешь? Без каких-то оплошностей. Так, и здесь левой. Хуякс! Хорош. Хорош. Так, подожди, надо чуть-чуть ее... Чуть-чуть правую ручку сюда. Хорошо. Молодец. Молодец. Умный мальчик. Умный. Далеко по... Перезацеплюсь лучше. Оп, какая хватка. Какая хватка мужская? Мужская сила-то чувствуется, иначе бы не залез сюда. Так, ребят, напоминаю, что сейчас в течение скольки там минут?
Ну, немногих. Немного времени прошло, и мы вновь здесь. Буду прыгать специально не с краю, потому что мне кажется, что я могу перелететь. Готовы? Ты прикалываешься надо мной! Почему ты не мог? Он цепляется, но он, сука, почему-то ее... Да ты что, гонишь, что ли? Ты реально гонишь? Меня бесит то, что я оказываюсь... А, ну все. Ну вот таким, видимо, образом я и прыгаю. Блять, не могу отточить этот навык. Не могу, даже с двумя руками. Смотри, ну вот... Блять, да даже так это было бы лучше, чем, блять, то, что произошло со мной только что, с платьем. Так, ребят, давайте, может, с первого раза, как настоящий спидранер. Ну-ка, как они там это делают? Ну, вряд ли так, конечно. Вряд ли настолько убого, как сейчас у меня это было, но тем не менее. Так, ребят. Так. Смотри, сейчас просто с первого раза, прикинь. Просто с первого раза. Ну, как старая добрая школа, как говорится, да? Чё уж мы, если... Ну, между прочим, так-то, если между нами, да, это был зацеп. Это был зацеп, просто чуть-чуть не фартануло. А вы помните, сколько здесь я времени раньше проводил? А можно было как-то вот, ну, подстроить тайминг какой-то, я не знаю, в конце концов? Можно было сделать как-то... Сейчас, может кто-то подумает, что я спешу? Да! Вы правы, дорогие друзья, вы правы. Я спешу, потому что я только что был два раза около этого платья и запорол сам себе все. И я как бы, у меня сегодня цель, ну, одна. Я думаю, что понятно, да? Хочется, ну, не буду таить. Хочется пройти дальше. Почему опять по таймингу не попадаю? Я не понимаю. Так, ребят, тихо. Сейчас все будет. Я надеюсь, вы лайк поставили. А это значит плюс к удаче. Бедная рука, мне просто жалко его реально периодически. Но это его дело, понимаешь? Он захотел? Извини, братишка, тут как бы медика в случае чего нету. Охуенно, блядь. Ты понял, да? Ты понял прикол? А, уехала в этот момент. То есть ты еще... Ладно, тогда я... Так, ладно, друзья, давайте, наверное, пахнет пауза. Давайте, когда мы окажемся хотя бы на этом куполе, я надеюсь, я сейчас до него дойду так же беспроблематично, мы должны... сделать что-то с этим платьем. Еще раз, смотрите, вот просто показываю. А, кто говорит, что Саня, делай раскачку в одну руку. Смотри. Либо недолет, либо, если мы делаем по-другому, ну, например, вот так, да? Его либо перекручивают, я не знаю. То есть с двумя руками стабильность какая-то присутствует. Я молчу про то, что это в целом довольно сложно... делается, ну реально, в этой игре. То есть это может быть кажется, что это просто, но на самом-то деле, блять, это сложно. Ну-ка, вот смотри. Я не понимаю, с W или не с W. Вот сейчас без W, просто я старался в раскачку. Либо его перекручивает как-то, хрен поймешь, блять, этого мужика. Смотри. Ну что это? То есть он не долетает абсолютно. Хорошо, давай с W попробую. С W, скорее всего, будет перекрут. Смотри. Сейчас. Блять, даже с W, у меня как-то, знаешь, то есть если с двумя руками я еще понимаю, как это делать, то есть это нужно вот так вот мышку хуякс, да, и как бы, ну, вроде-то неплохо, и можно же и так, никто же не запрещает мне это делать таким образом, это тоже как вариант, как бы, какого-то прохождения, но многие писали, что все-таки стабильнее и надежнее, если я буду это делать, так сказать, двумя руками, ой, с одной рукой. Ребят, давайте, сейчас не получится, то тоже точно ухожу на паузу. Сейчас быстренько просто справимся с этим всем. Всем этим приключением. Чуть не отпустил руку раньше времени. Так, подожди, надо собраться. Понял. Это то же самое, с чего началась сегодняшняя серия. Ну, слушай, ну, даже тут можно засейвить, как выяснилось. Это нервы. Знаешь, я человек. Я не знаю, кто он. Вот этот мой братец. Лысый, блядь. И... Но я человек, понимаешь? Я не могу как робот, блядь, не ошибаться. Бля, я и так не знаю. Есть ли чем гордиться, конечно, то, что очень опасно. Бля, ну сейчас-то я не должен ошибиться, да? То есть мы фактически сейчас дошли, получается. Я говорю, самое сложное для меня это было реально вот это, потому что мне казалось, что это что-то очень-очень невероятно сложное. Фух, блядь,
Как же хорошо. Так, тихо. Ты, блядь, ты не дергайся, ты давай зацепись нормально. Нет, даже мне не нравится, как он держится. Так, ребят, ладно, продолжаю с вами. Продолжаю быть на связи, так сказать. Никуда не отключаюсь. Хочу с вами делиться все-таки своими живыми эмоциями. У нас... Я не знаю, что дальше, блядь, там... Я надеюсь, что там дальше то, что мне написали. Я просто не хочу спойлерить, потому что для меня это, конечно, в неком плане был спойлер, но это помощь, потому что я бы, ну, блядь, мне реально бы не хватило нервов, если бы я не знал, что дальше, поэтому мне нужно просто попасть на платье, друзья. Дальше кажется, что дело в шляпе. Нихуя себе, ты понимаешь, да, двумя руками? Это двумя руками работа называется. Это работа двумя руками, пацаны. Какой кошмар. Чем я занимаюсь, а? Чем я занимаюсь этим вечером? Почему, самое главное, этим занимаюсь? Почему я ему помогаю? Значит, между нами какая-то связь, понимаешь? Значит, мы не... Не то, что, как бы, да, родные, может быть, но... Довольно близкие люди. Я тоже раньше был лысым, таким же, как он, кстати говоря. Когда мы с ним познакомились. В 19-м году. Это было опасно. Еще бы чуть-чуть. А можно... Подожди. Ха! Ты прикалываешься, блядь, или что сейчас надо мной? Ты можешь, блядь, ты же точными движениями это делал. А, блядь! Я на секунду отпустил левую клавишу сейчас, на самое интересное. Причем я не знаю, отсюда куда я упаду. Наверное, туда же все. Ха! Хорошо. Не знаю, мне кажется, что когда я издаю какие-то звуки такие энергичные, мне кажется, что от этого как будто становится чуть-чуть полегче, друзья. Как будто чуточку, знаете, это как теннисистки. Они же тоже, когда, по-моему, ударяют, да, этой шайбой, блядь. Ну, этой ракеткой по шайбе. Они тоже издают какой-то кряхтя... Сука, как же страшно каждый раз. Ты даже не представляешь. Да, давай еще на край... Да, что это вот... Блять, это вот сейчас, я сейчас на секунду хотел уже плакать. Блять, еще за вешалку, он насквозь футболку еще продевает, ты видишь это вообще? Блять, я не знаю, повыше забраться может. Сука, они еще балансируют эти трусы сраные, блять. Ну я точно одной рукой не, я даже не хочу пробовать. Так, в общем, друзья, теперь вопрос. Мне сказано было, что если раскачаться, я поверю. Зачем? Подожди! Там было сказано, что ты 100% встанет долетишь. 100%, типа ты там уже будешь... Ты, Саня, долетишь. Там было сказано так в комментариях. Это какие-то спидранерские штучки. Я не умею такие делать. А может быть, я, конечно, я не знаю, может быть, мне реально не повезло. Да нет, ну все пошло по пизде. Ну почему? Ну почему? Блять, а там до трусов тоже надо было прыгать. Нет, если до них надо допрыгивать, извините меня, я, наверное, не настолько чемпион. Я, наверное, не настолько... Они, блять, маленькие. Там какие-то стрингалеты, блядь. Почему? За что? А за что мне такое? Блядь, я прям уверен, я не хочу себя настраивать против как-то. Я прям, сука, чувствую, что у меня сейчас, знаете, что будет происходить? Я прям чувствую, что сейчас я буду падать. Я сейчас опять на платье не дотянусь. А еще писали, что можно сразу вот с этого, с этой шайбы дотянуться до той вертушки. Не знаю, какие у меня должны быть способности, но вроде, видите, я хотя бы... Блять, как повезло, я смотрю, он сейчас уедет, думаю, ну все, если пиздец, я не ускорюсь, это было опасное такое движение, знаешь, либо-либо. Слушай, ну, меня радует, что то, что мне казалось вообще просто пиздецом, а именно вот этот, вот эта часть, ты помнишь, сколько мы здесь времени потратили? Я прохожу, ну, не, конечно, не за секунду, но, типа... Давай, блядь, еще попадай мне тут. Типа весьма быстро, мне кажется. Нет, могло быть дольше. Я сейчас, прикинь, еще здесь с первого раза долечу. Главное не спешить, потому что сейчас можно... Вот это, в этих играх можно переверить в себя.
Бля, как это делать спидранеры? Я просто каждый раз, вот что в Getting Over It, что здесь, я, блядь, не представляю, как это возможно. Я не представляю, как можно... Одна ошибка и просто жопа. Просто жопа, сразу же. Без каких-либо сомнений. Понял. Блядь, не попал. Так, тихо. Блядь, не попал. Еще разочек. Блядь, не попал. Я спотел. Я не знаю, бля, как в эту игру играть? Бля, как хорошо, что сейчас на улице не июнь какой-нибудь. Я бы охуел. Ебать. Я был уверен, что я зацепился, если что. Я говорю, сейчас, я сейчас если допущу какую-нибудь ошибку тупую, это будет очень обидно. Опять был уверен, что зацепился. Можно в щелку попасть? Наконец-то, блядь. Тихо. Тихо. Хорошо. Хорошо. Сердце болит, реально. Ребят, застучало что-то сердечко-то, блядь. Тихо. Подожди. Угу. 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 Ёбаные трусы, сука. Кто их придумал? Кто их, блядь, здесь вообще развесил, нахуй? После каких-то непонятных механизмов. Я не понимаю, что здесь вообще происходит в этой игре? Блядь, я даже не знаю, за край или не за край. Я вроде не за край держался. Ну как-то я по центру держался за них. Чтобы баланс был какой-то. Ну с богом. Так, блядь, подожди-ка. Дай-ка я не буду рисковать. Блядь, или по... Может, я просто недостаточно раскачал? Просто трусы выглядят как просто пиздец, недосягаемое что-то. Я просто боюсь, что я сейчас на одной этой хуйне раскачаюсь и в итоге, блядь, упаду. Потому что я тогда с трусов упал именно таким образом. Блин, ну на них как будто можно схватиться, прикинь. Сейчас давай, главное, если пробовать раскачиваться. Я понимаю, что логичнее это делать как бы на... Блядь, почти. Подожди, давай. Чем ниже к краю, тем как бы больше вероятность. Но как будто рисковать на самом краю не хочется, во-первых. Может, блядь, с трусов попробовать долететь? Я уже хуй знаю, что мне, блядь, делать. Подожди, это реально. Тихо-тихо. Главное не отпустить раньше времени. Может, попробовать на краешек? Блядь, проверка на прочность трусов. Такой хуйней, конечно, я еще не занимался, ребят. Нужно как будто... Нет, это очень опасно. Это пиздец опасно. Он почти дотягивается, понимаешь? Я боюсь, что сейчас он опять сорвется, это будет просто пиздец. Кто сейчас верит в то, что я сорвусь? Ой, в смысле, не сорвусь. Бля, не надо верить в то, что я сорвусь. Блядь, сука, почти же, блядь. Может, реально на край попробовать? Просто видишь, из-за того, что... Что это? Давай с двух. Бля, ну хотя с другой стороны, если меня там просили долететь с... Это что сейчас было? Это что за... Это ж... Я не отпускал! Я не отпуск... Тихо-тихо, подожди. Сейчас, подожди, что-нибудь сломаю, нахуй.
даже от того, что я сейчас, если каким-то раком, блядь, вернусь туда очень быстро, и с первого раза, например, пройду вот этот момент. Как же ему похуй. Как же ему похуй. Я для тебя стараюсь, братишка! Как можно было с майки улететь в другую сторону? Я не отпускал, я клянусь, не отпускал. Я же не дурак, блядь. Не, ну, конечно, есть во мне что-то... Какой пиздец. Ну просто... Просто я уже... Я выдохся, нахуй. Так, я ставлю на паузу. Я сейчас, если какую-то ошибку допускаю, все. Блядь, монитор нахуй сейчас. Вот, блядь, кулака, блядь. Так. Просто еще раз дойти до белья. И будь что будет. Блять, я два раза до этого сраного платья допрыгнул. Я допрыгнул до этих красных трусов. Я с трусов допрыгнул до футболки. И там оставалось, блядь, что-то последнее. Он, сука, в другую. Там, может быть, даже снизу. Уже какой-то сейф-поинт. Короче, мне сказали, что с платья можно допрыгнуть до бассейна. Там должен быть бассейн. Если я с платья до него не допрыгнул, соответственно, блядь, я был еще, прошел трусы, еще футболка, и там совсем хуйня остается. Просто, может быть, он даже подо мной уже был. И он полетел влево! Так. Ладно, будь что будет. Так, ребят, я не знаю. Мне хочется сейчас, честно, для сосредоточивания помолчать. Немножечко хотя бы, да? Чуть-чуть, так сказать, попридержать своих коней, которые... Бля, как хули он сорвался с этой рубашки? То есть он вообще может, блядь, в рандомный момент сорваться. Это ж полный пиздос, если это осознавать. Так, я за край не брался, я брался где-то за яйца. Так, как я до этих трусов ебучих дотягивался? Как это сделать-то, сука, так, что... Нервничаю. Сейчас, тихо, ребят, извиняюсь. Извиняюсь, буду молчать немножко. Я ненавижу эту футболку, блядь, белую. Подожди, лучше перецепляться, потому что он начинает скатываться. Блядь, почти. Да! 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 Вот почему говорю. Так, ладно, я не держу никакой... Я понимаю, что это был совет. Это был реально совет, что там можно наверняка долететь. Видимо, я очень слабо раскачался, потому что я же... Я же не знал, как тут конкретно, что это вообще, что, как тут вы... Так, я... Ладно, я, знаете, несмотря на то, что я пока не понимаю... Но это выглядит пока просто. Тем более, что там, басик? Что там, басик? Сейчас. Да я тут даже могу сейчас немножко похулиганить, пос... Нихуя себе! Ты чё, гонишь? Ебать! Хорошо, что я это увидел сейчас. Зеленый типа фейк? А если у меня так же будет? Ёптить-моптить. Ака. Бля, прикинь, тут можно... Точно фейк? Да, фейк. Прикольно, блядь. Особенно самое страшное, то когда ты не знаешь, куда ты можешь, блядь, вообще улететь отсюда. Блядь. Не, ладно, вниз. Я готов. Так, опять что ли это херработина начинается с раскачкой? Я вижу какое-то анальное кольцо сверху. Мне оно вообще не нравится. Ебать. Ладно, повезло. Что это? Охуенно. И что? И что дальше? Раскачиваться? Он точно, блядь, будет держаться? Походу, на одной руке надо. На ветку, что ли? Ты что, гонишь? Блядь. Ладно, 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 все, окей, окей, спасибо этой горке, спасибо этой горке. Так, друзья, давайте, я сейчас немножко схожу с ума, так, чуть-чуть совсем, чуть-чуть. Ваш лысый надоел реально. Мы прошли до следующего сейфпоинта. Я не знаю, дальше, наверное, будет сложнее. Ну, естественно, в этой игре по-другому не может быть, как и в Getting Over It.
Но самое главное, что у нас есть сейвпоинт. Наверное, здесь можно где-то подобосраться. По сути, мне нужно просто там с кольца дотянуться до ветки, наверное. Ну, хотя нет, наверное, там что-то будет дальше начинаться, очень сложно, но... Ребят, если вы ждете продолжения, газоните лайком, подписывайтесь на канал, если вы тут впервые, не забывайте нажимать на колокольчик, чтобы не пропускать следующие серии, оставляйте ваши комментарии. До новых встреч, всем удачи и всем пока-пока, друзья.